Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Джеком мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем его снимать. Поэтому ставьте лайки, если хотите больше троллинга. Чем больше лайков сейчас наберем, тем быстрее будет новая серия, тем больше этих самих серий будет. Поэтому побежали, Жека, да, побежали. Давай, побежали, давай. Ура, 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 новый троллинг, о, ура! Вот, ребята, мой новый троллинг. И в чем будет заключаться его суть? Я еще раз повторюсь, еще расскажу огромное спасибо своим подписчикам, потому что последние две серии именно вы даете мне свои, предлагаете мне свои идеи для троллинга. То есть, как я уже говорил в предыдущей серии, ребята, у меня есть страничка ВКонтакте, у меня есть группа ВКонтакте, ссылочки на них есть в описании. И там я иногда устраиваю опросы. То есть, люди там предлагают свои идеи для троллинга. Да, 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 да. И самые лучшие идеи я выбираю и воплощаю их в жизнь. И тот человек, который предложил мне вот эту идею, ссылочка на него есть в описании, то есть на его страничку ВКонтакте. Поэтому, ребята, если вы хотите как-то частично попасть в видос, если вы хотите мне помочь, то подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, также вступайте в мою группу и, ребята, предлагайте свои идеи, потому что эта идея будет заключаться в том, то что Жека разлюбил Ибрагима. Разбитое сердце, потерянная любовь. И в этой серии Жека пойдет на передачу «Давай, поженимся!». Но не все так просто. Увидите, какие приключения будут происходить с Жекой на этом несложном пути. Поэтому давайте мы сначала пойдем к Жеке, пройдем его карту, а потом вернемся на мою. Поэтому, ребята, потопали. Ну что, Эдисон, ты готов? Я готов, пошли, Эдисон, пошли. Эдисон, небольшая предыстория. Ну, короче, все мы знаем, что у тебя есть собачка, которую зовут Люся, правильно? Ну, правильно. Вот, Эдисон, ну ты с ней что-то давно не гулял. Как я знаю, она у тебя не гуляющая, да? Вот. Ну. Вот, короче, Эдисон, ты с ней давно не гулял? Ну, продолжай. Ты сегодня на троллинге пойдешь с ней гулять в парк, а не сам заходи к себе домой. О, собачка, собачура, так, иди, так. Ищи в доме косточки, чтобы... Опа, нашел. А что делать? Что делать? Всё, просто зови Люсю гулять. Да, где косточки? Где косточки? Вот они. Давай, зови Люсю с собой гулять. Как? Тебя позвал? Нет, я не могу. Я не могу ее погладить, Жека, не могу, она не гладится. Ты не можешь ее на нее тыкать? Нет. Ну попробуй вот так. Вот сейчас могу. Косточки, ну, косточки, молодец. Люся, можешь идти в парк. Так. Ты только не торопись, Люся, подожди. Люся, иди сюда, Люся. Не сюда. Люся пошла. Короче, выгуливай, но тут сидит, будет пипи, какан. Пипи, какан. Она сделала уже пипика. А что мне с хачапурчиками делать? Какие-то тут злобные хачапурчики стоят. Ой, ты что, капец, тут хачапурчики в парке. Ну ты посторонний, проходи их там. Да, ну где? Тебе нужно туда нужно как бы дойти, полностью парк обойти. Вряд ли я смогу осторожно тут как-то пройти. Люся, фас! Не. Люся хочет именно вот сюда идти. Ты пойди. Люся, давай! А чё Люся не бьёт? Люся, думаешь, не бьёт? Люся, вообще у тебя зверь! Она даже бьёт тебя! А чё меня? Не, это не моя собака, Жека! Люся озверела и начала... Это не моя собака, это какой-то обман, Жека. Я отведу её к доктору, Эдисон, ты получил... Тебя она укусила, и у тебя бешенство собачье. Ну я тебя разочарую, как бы моей собаки нету бешенства, так что. Ну, а в моем троллинге есть! А, ну хорошо, ну. У тебя бешенство собачье. Что делать, Жека? Тебе нужно срочно бежать в ближайшую поликлинику и лечиться, быстрее, беги, хочу. Да убери хачапурчиков этих! Беги, Эдисон! Молодец, беги! Вашу мать! Убей этого дебила, Жека! Давай, я его убью, все нормально, все. Беги! Так, хорошо. Бегу! Что делать? Беги, срочно. Карточку дай, мне карточку дай! На прием, но ты должен как бы там постучаться, я не знаю, хотя бы, ну... Кто там? Открой, тут бешенство у меня, бешенство! Открывай! Бешенство! Как раз по моей части! Смотрите! На что вы жалуетесь, рассказывать? Бешенство у меня, вот смотри, бешенство у меня, бешенство! Ну, знаете, я, конечно, не квалифицированный доктор Жека, меня зовут, да, я вообще майнкрафтер по жизни. Ну, я вам сделаю кольчик, а ну, давайте, садитесь. Хорошо, подождите, доктор. Попу поставляйте. Давайте. Так, сейчас буду делать укол. Готовы? Ну.
Так, ну там, конечно, небольшие побочные эффекты могут быть. Да, какие, так, какие? Вставляю, все, сделал укол, сделал укол. Я даже не почувствовал, да, доктор. Это такой вот легенький укол. Профессиональный доктор. Побочные эффекты возможны, да. Ой, что-то я чувствую, доктор, что-то со мной не так. Подождите, какие-то побочные эффекты. В смысле? Наркоту вам сказал. Зажимись, доктор. Через сколько отпустит? Через сколько отпустит, доктор? Я не знаю. Два часа. Подождите. Домой, бегите. Нельзя домой в таком состоянии выходить. Вдруг меня запалят. Мне кажется, надо переждать. Меня убьют в поликлинике. Тут не увидишь, что меня под наркотиками. Да подождите, доктор. Два часа его не отпустит. Да нельзя в таком состоянии на улицу выходить. Нельзя. Быстрее возвращайся домой. Быстрее. У меня непонятно, что творишь. Жек, я даже не знаю, как объяснить, что у меня тут творится. Жека, непонятно. Эдисон, тебе нужно идти домой. Ну хорошо, но если я умру там... Эдисон, просто иди по той же дороге, в которой ты шел сюда. Ой-ой-ой, Эдисон, ты в космос попал, Какой космос? Плющит, ой, что-то тебя... Тебе нужно срочно вернуться на Землю, Эдисон. Тут нереально перепрыгнуть. Нет, быстрее на Землю, Эдисон. Да тут нереально перепрыгнуть. На Землю ты найди, а не другую планету. Где? На Землю возвращайся. Да вот Земля. Прыгай в Землю, быстрее. Эдисон, на Земле Ибрагимы! Убивай Ибрагимов, срочно в космос! Жека, что такое? Жека, не беги! Тебя сейчас убьют! Убили! Это Эдисон! Что-то какие-то не сильные, Жека. Куда возвращайся? Возвращайся, возвращайся на Землю! Ибрагимов! Бей, Ибрагимов! Жека, они да, да как, они как у меня не сильные, нереально, как их убью нафиг? Жека, что-то... Ничего страшного, Эдисон, ты должен убить его. Я этого я вообще бить не могу. Все, могу. Ладно, хорошо, ты нашел кнопочку. Кнопочку куда ее ставить? Да твою-то мать! Быстрее, Эдисон, ставь кнопочку. Куда? Куда ставить кнопочку? Вот, сюда. Я поставил, ничего не работает. Еще раз, нажимай, еще раз! Дай... Вот, ой, Эдисон, ой. беги, тебя до сих пор плющит, беги по надписи сюда беги! Куда сюда, бежать? На меня! Жека, ты уверен, что это безопасно? Мне кажется, я сейчас... Да, все правильно, спрыгну, Эдисон, нужно бежать сюда, тебя до сих пор... На самом деле, ты идешь по своему дому, все хорошо! Да, это плющит... Ты почти пришел, вот! Мне осталось зайти в дверь, домой, заходи! Это дверь! Жека, это не дверь, это... Просто куда-то из другой измерения там. Ой, подожди, я ничего не вижу. Куда я? Ой. Нет, это было не дверь. Меня отпустила, Жека? Нет, тебя не отпустила, Эдисон. Ты запнулся и умер. Не, меня отпустила, я же дома появился. Вот смотри, я дома появился. Не, Эдисон, ты умер. Да не, я дома появился. Ой, Жек, меня реально плющить начала. Ой, все, с этими экранами двигающими баран. Ой, хорошо. Пошли, Жека, ко мне. Пошли. Да, давай, пойдем. Пошли, Жека, ну ты в принципе. Респаунпоинт поставлю. Ты в принципе не радуйся, потому что у меня сегодня очень печальная история и новость для тебя. Точнее, не новость, новость эту и так знаешь. Но просто Жека никогда не говорил про это подписчикам, потому что не хотел вас расстраивать и в принципе думал то, что вам это не надо знать. Ну ладно, заходи. Чё ты сейчас, меня сейчас напряг меня. Ну, Жека, ну ты никогда об этом не рассказывал подписчикам, но иди сюда. Угу. Сюда. Видишь? Угадай, что тут похоронено, Жека. Угадай. Не знаю. Угадай. Все уже давно это заметили, ну я так думаю. Ну, по крайней мере, не ломай, включи Game Mode 2 лучше. Да, хорошо. Все уже я давно вот это заметили, ну... Ты сам даже, наверное, это уже давно заметил, просто никому не верил. Это тут... Похоронена... А, Стефан умер, нет, похоронена твоя любовь. Твоя любовь к одному твоему очень любимому человеку. К Эдисону? Нет. А кому? К Ибрагиму. Мы это уже все знаем, то что вы больше не любите друг друга, Джек. Вы больше не любите друг друга. В смысле, Ибрагима? Я не понял. У меня как бы любовь со Стефаном, а не с Ибрагимом. У тебя с Ибрагимом. У тебя и с Ибрагимом, и с Стефаном, с Митрофаном. У вас там вообще групповуха, но об этом не сейчас, Джек. И... Любовь к этим всем голубизнам твоим, я тут вообще ни при чем. Как бы, поэтому, Жека, сегодня мы отправляем тебя на передачу, давай поженимся, Жека.
Давай поженимся. Ура, ты, ты будешь искать новую любовь. Поэтому давай, Жека, одевай костюмчик. Костюмчик, давай. Одевай так, костюмчик. Так, так, костюмчик вот тут. Вот тут костюмчик, давай. Ты будешь очень крутым, модным. Модным. Ой-ой-ой-ой, ты прям опасный, опасный такой. Ну что, поехали. Хорошо, давай, давай, выходи, выходи. Выходи, Жека. Карточку, карточку где-то надо найти, карточку. Где ключи? Ключище я дома. Ну, твой дом не знаешь, где ключ спрятал. А, вижу, вижу. Где? Где ключ? Ага, нашел. Давай, выбегай. Давай. Ну, ты где? А где это я? Алло. А где это я? Алло. А где это я? Алло, вот я. А где ты? А что ты делаешь? Вот. Я не знаю, мне что ты пришло. А ну. Я такой вот так. Ага, снова ТП, что мне нравится. Чё за дичь? Жека, что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай, проходи карту. Давай, проходи карту. Так, хорошо, прохожу. Давай. Чё у тебя за лабиринты возле дома? Давай, ищи выход. Эти лабиринты, конечно, это капец, да. Ну, да. Что-то странное. Давай, ищи выход. Да, сейчас, подожди, я тут немножко умру. Так, все, немножко умер. Ага. Ты где? Я не знаю, где-то я в жопе немножко. Ну, ищи выход давай, Шека! А, тут надо искать? Тут... Да, в лабиринте где-то есть выход, я не знаю. Хорошо, где. Я где-то ищу, где-то он точно есть, но я не знаю, где, Жека. Хорошо, я понял. Да, так, нет, так, тоже так, нету. Да. Ай, как-то сложно! Так, ну, а где, да. Где? Тут ой, тоже нету. Тоже нету. Тут тоже нету. Ага, я домой пришел. Прикольно. Да, прикольно. Ладно. Так, а где-то выход? Есть где-то выход, точно где-то есть выход, но я не знаю где. Открытые проходы какие-то или что? Не. Нужно найти или кнопочку, или нажимную плиту, или еще что-то. А, ну вот я нашел факел, который что-то... Ну, походу ничего не делает. Ага, понял. Давай, Жека, давай, что ты в этом лабиринте возишься? Какой-то факел что-то делает, да? Да, какой-то факел. Это что-то делает? Не знаю. Откуда я знаю? Ты меня спрашиваешь! Это что такое, тут непонятно. Ну. Тоже ну, что-то делать ничего давай, не делает. Давай. Ай-яй-яй-яй. Ну. Тоже ничего не делает. Тоже так ничего не делает. Так... Жека, там на передаче тебя же ждать не будут. Подожди. Ага, нет, тоже ничего не делает. Не знаю я, что это тут. Да, сейчас. Ну давай, беги. Ты, давай. Да не в ту сторону, дебил. В другую, вот, да, в эту. Ну хорошо. Давай. Ну. Чего? Ну. Но! Наконец-то! Так наконец-то! В смысле ты делал? Там у тебя читерские способы были, поэтому давай, Жека. Я изначально так сделал, я поэтому так и не делал, потому что ты сказал, что так нельзя. Давай, проходи, вот тут сундук есть. Level not set написано, ладно. Угу. Так, угу. Я понял, прикольный сундук тут тебе. Прикольно, нравится сундучок. А чё там? Там лава немножечко разлита. Подожди, а почему ты тпхаешься, я не могу понять, как бы, ну ты даже не спрашиваешь. Да, поэтому я и послал сюда спаунпоинт. Ну ладно. Ой, Жека, давай, быстренько, побежала, быстро. Давай, всё, давай, молодец. Жека, это магазин. Вот, знаешь, пока ты проходил этот конченый лабиринт, ты так испачкался, поэтому нужна тебе новая одежда, Жека. Вот смотри, это уже грязная вся. Давай, заходи внутрь. Может левел-то настроишь? А может, а ну рукой тыкнуть, я не знаю, можно рукой тыкнуть. А, да? Саму настроить, а хорошо. Давай. Ой, Жека, ты где? Жека. Я в тюрьме. А чё? Ну подожди, а почему ты просто берешь костюм, если это магазин? Как бы даже не заплатил, даже никого там не было. Тебя посадили, Жека! Тебя посадили! Ты взять, просто открывай! А, ну подожди, если я скажу там с моста спрыгнуть, ты спрыгнешь. Ой, давай, сейчас я тут поговорю. Давай, ладно, ну все. Дядя охранник, это что мне делать? Все, я буду за тобой наблюдать, Жека. Твоя камера, делай что хочешь. Ты сел на 8 месяцев, Жека, 8 месяцев, за кражу, да, только гимот не включай, вот это все, ну просто. Ой. Так, чё ты охранника убил, Жека? Охранника кокнул, изи, не почувствовал. Бежим! Куда бежим? Спускайте собак, куда бежим? Минное поле, спасите! Это душа охранника, которого ты убил, куда бежим? Жека, давай, не все так просто. Опа! Не все так просто. Ты думаешь, тюрьма для нубов? Нет, самая строгая тюрьма в мире, Жека. Самая строгая тюрьма. Понял.
Ага, я где-то в жопе появился. А почему? А что, конченый спаунпоинт? Давай, Жека, став спаунпоинт вот тут. Так. Спаунпоинт. Да-да-да, давай. Да ёкарный ты бабай, да что происходит? Да хватит! Ну, давай, беги. Ну никого не было, я ж так где-то пробегал. Да в смысле никого не было, Давай. Опа, молодец. Молодец. Да, я так и знал, что меня сейчас ТП-шки не добраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опасно. Давай, так, беги. Да ёперный театр, ну почти ж перепрыгнул. Ну почти не считается, Жека, поэтому давай, беги. Что ты от меня ходишь, нельзя тут перебежать, я понял. Да ёперный театр, ну ёперный. Ты не подпрыгнул даже, ну что с тобой не так, ну Жека, ну прыгни. Да хрен знает, на каких блоках этих прыгнуть, я подпрыгнул. Прыгни. Подпрыгнул, да не перепрыгнул что-то. Молодец. Угу. Опа. Что ты там ищешь, Жека? Что там есть? Я сюда тыкать не буду. Зато я тыкну. Ты не пью? Ну что? Что мне делать? Все. Шо? Это самая строгая тюрьма, поэтому тут не сможешь убежать. Скрыться. Побег с тюрьмы! Ну. И что дальше? Ну и что? Что мне делать-то? Ну, подожди, а может до тебя в этой камере кто-то жил, ты тут, знаешь, строил какие-то секретные проходы, там, туннели, 30 лет строил, понимаешь? Я тыкал под этим, под туалетом. А ты везде тыкай как бы. Ага, везде тыкай, значит. Хорошо, везде потыкаю. Ну и что? Ну везде тыкай, нормально потыкай. Тыркай! Ну! Ну, Жека, тебе подсказки давать, как бы ты в тюрьме, ты должен убегать. Ага. Опа! Молодец. Все, изи, я понял. Ага, изи, ну вообще изи. Да, как бы, да, изи. Как тут? Не может быть! Ура! Опа! Ну, в общем, Евгений. Начнем с того. То, что вы... Украли одежду, да, в магазине. Да. Начнем с того. Другое. Шатает меня. Ну, в смысле шатает? Ничего не шатает. Вверх подкидывает постоянно. Да. Ну стойте спокойно, как бы не прыгайте. Да у меня шатает. Тыркает меня. Евгений, начнем с того, вы украли одежду. Вы убили охранника в тюрьме. Поэтому вы сели на 8 лет. Но сейчас не все так просто. Сейчас вы будете... Ах, как вам это сказать? Не, ничего у вас, Евгений, не получится. Ничего, у вас пожизненная, самая страшная пытка, которая только может быть. У нас есть один охранник, Стефанович, который любит смотреть на тех, кто подбирает мыло. Поэтому... Не, ну почему? Это просто так человека зовут, Стефанович Иван, вот. Вот, поэтому... Как вы можете мыло, вот смотрите, я вам тут мыло где-то кину на землю, но я не знаю, что, ну допустим, вот это мыло будет, да? Вы там нагибаетесь, а Стефан сзади с дубинкой будет вас контролировать. Я стою перед ним, давай, вроде в лицо, падла, давай драться, давай! Ну все, вы тут будете до конца жизни, потому что вы убили охранника, украли одежду, поэтому Евгений, до свидания. Да. Ура! Хорошо. Значит, в следующей серии я буду Жекин троллинг проходить с помощью гейммода, раз он такой читер, и Жека вот так неправильно проходит. Нечестно. Хорошо. Через гейммод. Хорошо. Я самый крутой. Да, хорошо. Побег. Читер. Просто читер, а так не считается, поэтому Жеки на тебя обиделся и сам говорит. Хочешь, я не буду. Ну ладно, ставьте лайки, если хотите видеть больше серий троллинга, чтобы Эдисон побольше плакал в моих троллингах и в своих тоже. Ну, я хоть гемот не включаю, не ною, как мне выбраться отсюда? Как мне выбраться? Вот так. Все, ребят. В общем, ребят, такой год. Подписывайтесь, что самое главное, на наши каналы. И, конечно, пишите комментарии. В общем, да, комментарии, любые. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. До свидания.